Всем привет! Попросили меня заснять видео, как можно с этим краном вообще загрузить какой-то прицеп. И до этого, кстати, видео первое было, наверное, где-то полгода назад, но там было у нас что-то подписчиков, может быть, 1000, чуть побольше. Сейчас у нас намного больше их. Так что, может быть, кто-то видел, кто-то не видел. Решил я опять заснять видео про как можно загрузить, то есть, прицеп с одним краном. Но конкретно здесь уже пойдет вес, у нас должен не превышать килограммов 150. Вот, если мы поставим два крана, то мы можем грузить хоть и всю грузоподъемность, сколько, то есть, он сможет поднять. Давайте посмотрим. Так, вот смотрите, то есть все, уперся. Вывешиваю. Вес тут приличный, потому что у нас погода была, то есть дождь со снегом. Вот я вывешиваю, блокирую. То есть все заблокировано. Сейчас, конечно, если попробую слезть, не перевешивает. То есть вот она, высота здесь приличная, ковш у нас полный. Просто ни один подписчик задавал вопрос, как вообще с такой гидравликой можно загрузить, то есть какой-то прицеп. Вот, смотрите, здесь я свободно прохожу. Единственное, получится у нас сейчас такой микрорывок вниз. Но, грубо говоря, прицеп... Ну вот на уровне плеча я держу. Это обычно, если даже с большими бортами прицеп будет. То есть смотрите, как это все загружается. Все. Все выгрузилось у нас. Все, то есть вот видите. Давайте посмотрим. Пустой он. Ну, чуть-чуть осталось. Но это снег. Разговор у нас там с ним был про щебенку, песок. То есть вот так вот, без проблем. Такой гидравликой можно все грузить, разгружать. Была у меня такая вот площадка на колеса. То есть я поставил кусок пенопласта, он 60 сантиметров. Плюс замерил я сейчас, получилось 1,10 м. Вот он прицеп. Давайте попробуем сейчас в него загрузить, чтобы уж потом не было у нас никаких разногласий.
чтобы не было у нас рывка, когда мы, то есть, выкидываем ковш, эта проблема тоже решаема. Сюда вот ставится такой вот обычный кран, любой. Все, то есть здесь у нас трехходовой, здесь у нас обычный любой кран. То есть что он делает? Когда мы подаем подачу на главный цилиндр, поднимаем вверх и перекрываем этот кран. Если мы его перекроем, то у нас рывка уже никакого не будет. То есть у нас цилиндр, вот он большой, он заблокирован. Все, и этот кран у нас будет работать на маленький цилиндр. Почему это я сейчас не делаю? Потому что летом это все было сделано. Люди какие комментировали, то есть просто они не видели это видео. А зимой мне так удобней. Один кран, прицепы мне никакие не грузить. Кстати, в комментариях, ну, может быть, он чуть-чуть не понял, он был прав, да. То есть это гидравлика для того, чтобы просто чистить снег. Я надеюсь, что я вам сейчас доказал, что она не просто чистит снег. Мы загрузили, то есть, прицеп. Прицеп довольно-таки высокий. А можно, в принципе, стрела у меня позволяет. И, ну, грубо говоря, если бортов не жалко, то можно и загрузить до 2.30 прицеп. Просили меня еще заснять видео, схему, то есть сделать полностью, рассказать, как происходит подключение этих кранов. Но единственное, не хочу я эти краны снимать, то есть это надо все рассказывать на столе. Постараюсь я, конечно, в ближайшее прям время купить парочку кранов таких. Вот, и на столе вам, то есть, разложить и показать более подробно, как что подключается. Ну все, друзья, на сегодня у нас все. Всем удачи, всем пока.